Рассада лилейника гибридного Moses Fire ценится за потрясающую форму и окраску роскошных цветов с фигурными насыщенно-красными лепестками. Сорт прекрасно подходит для оформления садовых дорожек, наполнения клумб, украшения берегов водоемов. Растение не требует сложного ухода, что позволяет использовать его для городского озеленения. Чтобы добиться максимальной декоративности, рассаду лилейника гибридного Moses Fire следует высаживать на хорошо освещенных участках плодородной почвы. Растение хорошо реагирует на сезонное внесение удобрений. Кусты не нуждаются в зимнем укрытии. Лилейник гибридный Moses Fire это травянистый высотой 50 см. Окраска цветка красная. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.